Мы и приехали на пляжик. Тири-ди-дин, сразу вспоминаются эти генералы песчаных карьеров. Та-та-да-тай, да-та-да-тай, да-дам. Та-да-да-дам. Та-ри-да-дам. Сейчас скажу почему. Вот такое вот. Красивое. Красивое все. Пески зыбучие у моря спят. Вот так и у нас тут. Пески зыбучие. Вон какое открывается. Видик на пляжик. Видик на пляжик. И вот почему генералы песчаных карьеров вспоминаются. Ну еще и сухов немножко. Так и кажется, что тут иногда бывает голова обду, вернее, тоже как Джабзета. Стреляли. Вот такая красота у нас тут. Песчаная. Дюны практически. Филиал Калининграда. Филиал Курской. Даже, по-моему, тут даже еще лучше. По крайней мере, не хуже. Вот так вот. Ти-ди-ди-дин. Вот и наши знаменитые зонтики. Сегодня безлюдно. Пятница. А небо вон такое, как будто должен дождь собраться. Но оно такое уже дня три, наверное. Никак не соберется. Вот так можно ходить. Лечебный песок, кстати. Лечебненький. Можно тут лечиться от всего. Закопался. От глистов до ревматизма. Облака какие красивые. Блин, ну вот никто ж не расскажет в таких местах про оводов и слепней. Очень это замечаешь, когда держишь телефон в руке. Вот тут хорошо прочувствовать пустыня. Можно снимать любой фильм. Допустим, этот как это «Белое солнце пустыни 2». Или этот «Джентльмены удачи» можно тоже снять. Нет, еще не наснимался я. Я только пришел. Я видела, как ты шел. И что я шел? О, птички видишь какие? Небесные, вечные странницы. Вот видишь, как шезлонг пригодился. Пойду воду поснимаю, а то я пока шел, так жарко было. Думаю, зрителям тоже. Телезрителям. Вот такой у нас тут пляжик. Зимой я тут снимал. Правда, тогда был тут лед. Кто видел, тут поймет. О, классное место. Во! Стрекозы здоровенные. Вот, дети. Дети купаются. Завтра тут, конечно, народу будет тьма тьмущая. Мы уже купались. Водичка, конечно, суперовская. Вот прямо на тот остров идешь. Глубина тут 10 метров, наверное. Местами 12.
Ой, какие цветочки тут замечательные. Такое все живое. Прям живенькое. И тут сразу глубоко пошло туда. О, это хорошо было. Мотивация. Прыгай, не бойся. Нет мотивации. Мотивация вот, попадешь в кино. Да? Да. Ну вот видишь. Ну вот так. Вот примерно так. Тут и плавают. И человек попал в кино. О, дают, пошла масть. Бомбочкой. Бомбочка, это хорошо. Ну вот, где-то так. На пляже у нас. Хорошо. Можно отправляться скоро в водное путешествие.